Здарова, ребят, с вами Илья, и это наш игродень. Сегодня хочу показать вам новую ТД-шку, которую вы тоже сможете уже попробовать, потому что уже идет открытое бета-тестирование. Короче, ребят, жмите лайки в поддержку моего видоса, и давайте начнем. Поехали! Игра у нас сегодня Modern Defense HD, и я лукавить не буду, очень давно ее уже ждал, и наконец-то она доступна для наших с вами мобилок. В общем-то, ее уже можно заценить, можно поиграть, она есть в Google Play, и ссылку я оставлю в описании. Modern Defense — это стратегия с красивой мультяшной графикой, сложным таким хардкорным геймплеем и очень затягивающим игровым процессом. Я на самом деле обожаю жанр Tower Defense, думаю, те, кто меня давно уже смотрит, знают об этом, и вот это прям такой глоток свежего воздуха в этом жанре. Смысл игры, в общем-то, понятный и стандартный. Это сдержание противника с помощью оборонительных таких башен. С каждым новым уровнем распоряжения командующего будет все новые и новые виды вооружения, поэтому с каждым разом играть будет намного интереснее и, так скажем, битвы будут намного масштабнее. Но тут, на самом деле, нужно, ребят, подумать, расставить всю технику против нашего противника и таким образом постараться защитить свою базу. Кстати, насчет противников, их тут будет очень много. Они будут абсолютно разные, тут будет разного рода техника, это и пехота, и тяжелая артиллерия, и самолеты, лодки, и многое-многое другое. Соответственно, надо постараться, чтобы расставить все таким образом, чтобы соперник не смог пройти, и каждый раз придется вырабатывать новую тактику под тот или иной уровень. Короче, командующий решает, на что ему подарить вознаграждение, а именно восстановить и улучшить старую проверенную технику, или приобрести новые единицы, а также такие бонусы. Короче, разнообразие видов вооружения и ландшафтов дает такую огромную свободу действия, и тут каждый решает, как ему быть в той или иной ситуации. Также, на самом деле, не забываем, ребята, о бонусах, мы можем их расставить, использовать, и они тоже очень сильно помогают в наших сражениях. Тут, допустим, есть мины, можно вызвать поддержку с воздуха и многое-многое другое. Короче, игра более чем масштабная, разнообразная и очень приятная именно в плане дизайна. Я уже играю в нее, думаю, скоро начну снимать по ней летсплейчики прохождения, так что, ребят, поддержите меня лукасами и замутим такой формат. Ну а так будем заканчивать на сегодня. Надеюсь, что игра вам понравится и вы тоже ее попробуете. До скорых встреч и пока!